Ну что, скучали по мне? Всем привет! Как и обещала, я продолжаю свою дачную тему, а точнее не дачную, а земельную. Вот мы тут с Канцлом вас всем приветствуем. Сегодня мы будем с вами встречать и сажать оливку и апельсин. Но для начала я сейчас разберусь с землей и все по порядку буду показывать. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Только я собралась копать, как начался дождь. Откладываем нашу копку чуть-чуть на попозже. Дождик, и я закончила рыть яму, подготовила вот горшок, и сейчас его буду закапывать. Вот так вот дело все это выглядит на данный момент. Все, начинаю работать дальше. Горшок засыпала, жду теперь туда жильцов, которых смогу посадить. Поэтому у меня есть перерыв, и я это время буду отдыхать. Все. Отдых. Thank you.
кому-то еще поедет такое классное оливковое дерево большое. А на нашем апельсинчике много-много маленьких апельсинов. Счастью нет предела. Приехала моих два красавца. Так, теперь задача, как это все дело посадить. Если апельсин у нас имеет катку маленькую, и он чудесным образом садится в ту катку, которую я уже прикопала, то катка, которая сейчас у оливы, она немножко шире по диаметру, нежели чем возможность вот этой вот ямы. И, соответственно, я сейчас буду заниматься отпиливанием бортов. Вот мне мешают вот эти вот бортики, каждый борт с каждой стороны по 2,5 сантиметра. В общем, с бортами это 75, у меня максимальная ширина моей ямы 72. В общем, минимум один борт мне надо сейчас отпилить, чем я и займусь. В общем, я очень рада, что приехали мои красавчики. Их такая вот клумба пока у меня. Ну что, у нас тем временем распогодилось, прекрасно стало, не жарко и не холодно, ветра нет. Приступаю к посадке апельсина. Притащила пакет с землей, сейчас принесу второй тип земли. Так. Смешивать буду с землей, которая у меня уже есть. В общем, до посадки. Первым буду заниматься первым апельсином, он попроще. Эти оба дерева и оливку и апельсин. Мы ездили в питомник, я их сама выбирала. И пока мы ждали доставку, они были там и были подписаны, что они для меня. Вот. Бирочка такая была. Класс. Ох, в общем, я такая мокрая и потная, потому что я копаю яму. Мне пришлось ее сделать побольше. Это вот этого малыша. Кстати, его когда выбирала, его тоже подписали. Тут вот мое имя написано. Екатерина. Ой, ну мне надо немножко пошире сделать и поглубже я, в общем, копаю. Давно я этим не занималась, немножко вспомнились времена моей молодости, когда я сажала картошку в деревню бабушки. Но и то это было не под лопату. Ох. В общем, ребят, такая ситуация сейчас, да, картина маслом. Так, что мы имеем? Оливка в яме, но чуть-чуть завалена. Немножко скосили, надо подровнять. Ладно, так, план такой. Я сейчас буду откапывать то, что я накопала. И попробую выровнять, попробуем выровнять. Ну, ладно, работаем. В общем, правдами-неправдами мы выровняли это дерево. Сидит оно теперь более-менее ровно. Фух! Вот так вот получилось выровнять его. Вот наши два новичка. Вон наш инжирик стоит. Ну все, сейчас закопаю его, всю эту землю зарою вот в эти вот пустоты. Тут, кстати, смотрите, улиточка. Начинается день номер 3. Сегодня в плане уборка, уборка террасы, уборка земли и... Ах, может быть, даже газон посажу. Сейчас покажу, что мне надо убрать. Вот такой вот
бардак. Везде песок. Этот песок надо выкинуть, подмести. Вот я уже начала работать. Сейчас тут уберусь. И вот продолжу заниматься садом. Переборщивать тоже не хочу, чтобы на всякий случай. Если где-то будут какие-то пустоты, то обязательно потом досажу. А так вроде уже все места прошла. Так. Прекрасно, тут чуть-чуть досыплю. И через пару недель проверю результат. Оставлю как есть, пока это все сидеть. Думаю, что в ближайшие 2 недели что-то должно прорасти. Ну, все, на сегодня я посеяла траву, убрала все, что только можно, и закончила со своим садом-огородом. Спасибо, что вместе со мной вы занимались озеленением этого маленького участка. Поддержите меня лайком, напишите ваш комментарий, понравилось ли вам. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. А я с инжиром, апельсином и оливкой прощаюсь с вами. До новых встреч. Всем прекрасного настроения и хорошего дня. Всем пока-пока.